Всем привет. Что ж, давайте продолжим выживать в постапокалиптическом мире DayZ. Так, вокруг никого не видать. В конце прошлой серии я искал свою палатку с тайником. Так, попробуем сейчас ее найти. Да-да-да, вот она. Черт, она как-то под землю провалилась. О, доступно. Это радует. Ну вот, скинем сюда компас и спички. Мало ли, может мне пригодится, может кому другому. Похоже, мне здесь особо и не пригодится. Пусть тоже в палатке поваляется. Уже ближе. Сейчас вычислим координаты своего тайника и запомним, чтобы в следующий раз не искать так долго. 9 метров. О, попал прямо в точку. Еще раз хорошенько осмотримся перед дорогой и пойдем. Только вот куда? Над этим стоит подумать. Повторим этот переход через гору. Thank you.
Вот здесь хорошие места для снайпера. Видно практически всю Сабину. Ну, хорошую погоду, конечно. Поэтому мне надо быть здесь поосторожнее, конечно. И побыстрее, чтобы иметь хоть какой-то шанс в случае чего. Особо не разберешься. Этот раз я, наверное, через мощную планету наверху уже достаточно. Ну, вдоль дороги.
Oh.